поделись впечатлениями. Что сейчас произошло? А я и не понял. Да, вот если бы ты не крикнул, медведь, я бы так на него и пер бы. Так, ладно. Ты не понял ничего, Наташа? Тоже я не понял. Я увидела спину медведя. Она была очень красивая. Красивая? Особенно да, то, что она отдалялась. Это было прекрасно. Короче, она медвежьей задницей любовалась. Его. Но это самый лучший вид, пожалуй. Удачный. Не сравнивалось. Слава, твои впечатления? А я... смотрю, медведь. И главное, ни одна женщина не закричала. Только мужик у нас так один закричал. Не будем показывать пальцем, да? Не будем. Но он так испугался. Минут пять свисток искал. Наедине с природы красивого мишку повстречали. Все как положено. Все по фэншую, да? По фэншую. Все нормально, да? Да, да. А то, что сейчас зима, немножко так, да? Ничего, только лег, подняли мишку. 5 килограммов сбросил он, стрессанул немножечко. Мы тоже. Навалил немножко, да? Мы тоже, наверное, навалили. Не, все нормально, ровно.